друзья, ну что, всем привет. Сегодня мы едем в область на установочку Epson Шуркал RT5200. Видео, думаю, будет небольшим, но оно, я уверен, вам понравится. Не забываем подписаться, поставить лайки. Ну а мы начинаем, погнали. У нас можно, когда у нас вот отрезные листы идут, можно сделать вот так, чтобы они туда не проваливались, можно поставить вот так. Да, берите. Я его беру вот так. Главное вот эту вот штуку попасть. Да, первую штуку, главное вот эту попасть. Когда бумаги не будет, он всегда будет говорить. Нажмите, да, нажмите вот это, и загрузите бумагу. Да. Все на русском языке, обо всем предупреждает. Машина умная, поэтому... Где что, она скажет. Все скажет. Соответственно, мы нажимаем, выбираем, что нам надо загрузить. Мы можем загрузить либо рулонную бумагу, либо отрезной лист, когда вы будете, если на ватмане печатать. Да, либо плакатный картон. Но плакатный картон — это жесткий материал, который не гнется, его надо загружать отсюда спереди. Он нам говорит, поднимите рычаг блокировки. То есть, ну, он у нас уже поднят, подняли рычаг блокировки. Подавайте бумагу в слот. Ну, то есть тут мы... особо нарисовано, да? Да, все, даже инструкция, да, естественно, нарисована. Как бы он не знает, что у нас вставлено, и всегда у него стоит plain paper, мы нажимаем «Изменить параметры», и здесь мы можем выбрать, какой тип бумаги. Либо это будет фотобумага, причем фотобумага, там, премиум глосс, семиглосс, люстрон, что угодно. Супер глянец, еще да. Что-то. Либо матовая бумага. Это шланг нет. Ну, поэтому и ушло столько чернил. А, и он отрезал, да? И он его автоматически отрезал. То есть, вот он наш тест-дюз. Все дюзки, сами понимаете. Да, я вижу даже да, так. Да. Александр, ну буквально пару слов о вашем новом приобретении. Насколько вы довольны произведенными отпечатками? Просто... Первый раз у меня такой принтер, я не ожидал от него такой производительности, вот, и не жалею, что я его приобрел. Все. Спасибо большое. Работайте, печатайте, до свидания, всего хорошего. Ну что, друзья, закончили мы установку данного аппарата. Клиент просто восхищен качеством и скоростью печати. Я думаю, вам понравилось видео. Не забываем, как обычно, подписаться, обязательно поставить лайк. Ну а так, всем до скорых встреч. Всем пока, ждите новых выпусков.